А вот и снова мы. Долго думали, куда мы нам пойти, какой магазин вещи посмотреть. Данику мы уже кое-что купили, но, к сожалению, магазин закрывался, мы не могли снять. Приехали в нашу любимую Зару. Куда же мы без Зары? Посмотрите, как красиво на улице. Еще эти гирлянды не убрали. Еще столько. Такое ощущение, как будто еще Новый год или Рождество. Вот, так что заходим сейчас в Зару, судя по витринам. Видите, как там ярко все. Надеюсь, что-то будет интересное. Смотри, какие интересные. Да, очень симпатичные. Удлиненный носик на сплошной подушке, но это очень-очень мягкие. Они должны быть очень удобные. И видно на натуральной коже. Да, за $40. Всего $40. Очень мягкие. Да. Ну, единственное, у нас и смотри, узкие какие. Вот этот кардиганчик хочу понравиться. Да. Симпатичный. Да, черно-белый. Да, тоже интересная, да, рубашка. Ее с джинсами, с леггинсами хорошо будет. Сейчас померю. Бижутерия какая новая, интересная в Заре. Это похоже серьги. Ожерелье. А это серьги прям с ягодкой внутри, огромные такие. Красивые. Оригинальные, да? Да. Я не понимаю, это куда? На шею? Это она на шею, растягивается, да. Она, наверное, как-то обматывается вот вокруг вот шеи. Вот, и вот эта резинка, кажется. Наверное. Чёрная. Интересно, что. Мам, примерь. Не хочешь? Прислони просто посмотреть. Они такие крупные. Тяжелые, да? С каким-то таким, ну, красивым. Нет, наверное, вот с таким все белым пиджаком. Подожди, я здесь расстегну все. А, их не снимешь или можешь? Нет, их не снимешь. Какая мягенькая. Материал мягкий-мягкий. Просто прислони. Но это не с этим, конечно. Это вот, наверное, с белым. Что когда шея открыта, чтобы... Ну, белый не белый. Черная водолазка у меня с блеском. Сколько как раз стоит? Блеск. Но это слишком много блесток. $45. Ну, какой-то. Сумочки интересные. Яркие, красивые. Цены не вижу. Ой, здесь тоже интересно. Серьги. Как полумесяц или просто не. Новая мода на бантики на шею, видите? Вместо шарфика. Это очень классично. Да. Да? Вот здесь это место сбоку прикрыть. Да, понятно. Но вот это главная полоска. Да, сбоку разных цветов. А это вот большой какой-то. Это интересно, что тоже такой же. Как она? Нет, это что-то другое. Это, наверное, это просто брошь. Розочка. Это брошь. А вот это именно на шею. Как шарфик. Да, очень красивый. Сколько стоит это? Сколько она стоит? Вот этот вот. 19. Что-то видела. Босоножки. Да. Ну, это на очень узкую ногу. Да, очень. Просто я только что померила черные, которые мне понравились. Но у меня ноги еле-еле в них. Очень узко было в туфлях таких. Красиво смотрится, но очень узкие носики. Да. Это как, это, наверное, пальцы сюда полностью не влезут же. Это, наверное, до тех пор пальцы, а здесь свободно. Наверное, но очень узкие. Вот этот пиджачок мне понравился. Черный, я знаю, но такой приталенный. У меня вот такого, из такого материала красного есть пиджак, мам. Помнишь, я такого ни разу не одела. Точно такой же красный я купила. Нет, помнишь, яркий? Одела, или один раз я одела. Один раз, что ли? Да. Не, ну у тебя и без задники такие. Ну да, ну одних без задников золотых хватит. Вот из этого материала у мамы тоже такое платье есть. Но она очень коротенькая, это прям вот на молоденькую, совсем худенькую девочку. Ну, не молоденькую, можно, но на худенькую, коротенькую. Совсем себе
включила уже не молоденьких. Сейчас все коротенькие, мне очень нравится. Вот такие пиджаки. Пиджаки, туфельки. Все как будто вот возвращается в мода назад. Посмотри, не напоминает тебе твою молодость? Да, конечно, напоминает. Носик такой. И на этих ботиночках носик тоже такой. Я такие молодости. Молодости, да, наверное, такие были. И беленькие еще туда. $100. А вот сумочка только белая, $45. Сумочка к этим сапожкам. Да. Возьму, наверное, я все-таки эту рубашку. Я померила. Да. Померила, я думала, с туфлями. А, у меня, помнишь, вот такие туфли были, мам? Помнишь? Да. Кто помнит вот эту моду? Да, сейчас все возвращается опять. И вот эти, посмотри. Да, и все. И вот эти вот посмотри тоже. Как раньше были обувь. Мне какая-то курточка кожаная нравится. Сейчас я померяю. Сейчас я померю. Брючки. Да. Вышиванка. Да. Интересные брючки. $80. Да, тоже хорошая. Но такой на работу. Я в основном ищу что-то на работу одеть. А здесь, видишь, такая она с дырочками прозрачная. То есть она все такая будет модненькая, посмотри. Модненькая, хорошая, да, мне нравится. Но это только на выход, если ее одеть. На выход ее одеть. На работу я такой не смогу одеть. Она прозрачная совсем. Тоже платье с какой-то. Не, ну маечку туда не пойдем. А какая? Сумочка как бочонок. Оригинальный бочонок. Это не просто пиджачок, а да, и брючки. Очень симпатичный. Мой любимый цвет, кстати. Мне такой цвет подходит. Я пока только рубашечку себе купила. На работу буду одевать. Простая, но она очень удобная. Мягкий материал, хлопок. Вот этот белый пиджак тоже мне нравится. Он раньше... А, брюки тоже есть. Брючные. Брюки тоже есть, да, широкие. Брючный костюм белый. Да, он тоже очень хорош. Да. Это что за прозрачные они какие-то? Это что за материал? Силиконовая, да, и большая брошь. Каблучок. Супер.
разлетайка. Японский, похоже, фасон японский. Не похоже, наверное, на японское? А мне кажется, кимоно, оно очень похоже на японское кимоно. 60 евро. 50 евро? Евро показывает. Евро показывает? Почему так евро? Цены в евро. А эти такие тяжелые и жесткие материалы. Ну, тяжелые за счет подметки, да, это подошвы. Они сами по себе очень материалы жесткие. Да, есть такая обувь из жесткого материала, я не знаю, как люди носят такую обувь. Так, сумочки. Это напоминает какую-то фирму, они уже видны, ну, дизайн у них. А что там не написано? Стоп зелень. А тут тоже смотри, оригинальная, да? Да. Ой, как классно. Это же там, кроме... Наверное, своего чего-то телефона и кошелька. Даже кошелек у меня не там есть. Карточки. Нет, там, по-моему, есть кошелек. Вот какую-то маленькую, очень маленькую сумочку. Вон кошелечек внутри. В среднем. Ну, в общем, кроме кошелька и телефона сюда больше ничего нет. И вот та сумочка нет. Ой, какая рука. Она прям под крокодилью кожу, правда? Да, вот это симпатично. Это тоже вот прям минимально. А какая цена? $50. У нее длинный замок тоже есть. Я была студенткой, у меня вот такой портфель был с такой кожей. У нас, по-моему, у всех были такие либо туфли, либо сумки были такие. Вот это пестрый. А, вот босоножки очень. Похоже на плетенку. Ну, это все вот всякий раз смотрю и думаю, это все уже мы раньше видели, да? Да. Но нос вот такой острый, ну, но острый неудобный. Это... Я померила обувь, которую я там хотела вначале взять. Они вроде кожа мягкая у них, но они такие неудобные. У меня прям ноги туда еле залезли. И каблук здесь такой очень удобный. Да. А вот эта пестрая рубашка. Сам материал, он как-то смотрит. Материал, он... Вот сбоку, на рукав я смотрю, вот материал так хорошо смотрится, очень симпатичный. А рубашка, конечно, обыкновенная. Веки голубые. Ну, уже на лето, все в веки. Ой, уже так жарко в моем пальто. Надо доставать мое досезонное пальто, потому что я плащ, потому что уже жарко. А что за пиджак вот этот черный? Ну, ты смотри, мужского покроя, да, наверное, видно, опять. Модно, опять мужского покроя. Прям вот конкретно мужской костюм. Да. Когда мы зашли на манекене, висел прям мужской костюм. Да. Между прочим, недавно были модные пиджаки такие мужского покроя. Да. Сумка хорошая. Короткая ручка, да, у меня? Ой, и трусы там так. Типичный мужской костюм. Да. Сейчас спрашиваю. Брюки вместе с трусами продаются. Да. Я говорю, это недавно был фасон, но не помню, что. Ну, год-два назад опять вернулась мода эта. А это платье. Тоже симпатично. Ну, очень узкое. Это совсем худенькое. Сними с вешу. Это на совсем худенькую девочку. Где-то мы брюки с этим. А вот посмотри. А, это к брюкам. Нет.
А вот посмотри. Тоже как мужская жизнь. Да. Да, видимо, мода возвращается опять. А поверни. Угу. Жилетка под пиджак. Широкие такие. Очень широкие. Широкие, да? Да, а это что такое? Это интересный покрой. Летнее платье. Плащ-палатка. Плащ-палатка. Наверное, модно. Куда такое одевать, я даже не знала. Ну, что девочки одену. Буду ходить. Вот еще одна. Один плащ. Палатка. Здесь как-то еще более не менее оригинальный. Видишь, какая-то застежка. А там прям конкретные штуки. С кроссовками. С молнией, да? А там с той стороны посмотри. На резинке, да, симпатично. А молнию что-то не очень заметно.